Еще не совсем родился, но уже угрожает. Для изучения потенциальных опасностей при создании искусственного интеллекта собирают средства со всего мира. Самый крупный перевод, почти 765 тысяч долларов в эфириумах, поступил от создателя этой криптовалюты Виталика Бутерина. Общая сумма пожертвований в декабре 2017 года составила более 2,5 миллионов долларов. Это в 2 раза больше изначальной цели. 2 из 3 пожертвованных долларов – криптовалюта.